выставки развития бизнеса, которые работают по стандартам халяль, будь то в сфере продуктов питания, производства косметики, парфюмерии. Основные задачи – это развитие бизнеса компании, содействие торговле, заключение договоров с закупщиками, выход в торговые сети, причем как российские, региональные, так и зарубежные. А вчера мы приняли делегации из Бахрейна, из Эмиратов, из Афганистана. Сегодня вот крупная делегация прибыла из Ирана, завтра ждаем из Катара. Как видите, большой акцент делается именно на странах Ближнего Востока, поскольку именно этот рынок сейчас перспективный для экспорта российских товаров халяль, наших производителей, в частности тех, кто представлен на выставке. Россия – один из наиболее перспективных рынков для нашей компании, особенно в секторе халяль. Мусульманское население России составляет около 25 миллионов, а в Москве проживает около 2 миллионов мусульман. Рынок нам очень интересен, и мы собираемся работать в двух направлениях – как по импорту, так и по экспорту. Мы считаем, что для компании «Мираторг» это очень важное мероприятие, потому что мы показываем нашим потребителям, что мы производим, продукцию по стандартам качества халяль. Мы работаем на большом рынке нашей страны, только нашей страны, и на многонациональном рынке. Мы прекрасно понимаем, что для нашего потребителя мы должны предлагать различные продукты, в том числе и по стандартам халяль. Вытеснить из нашей страны всю некачественную продукцию, чтобы наши жители питались только натуральным чистым продуктом. Наша цель на данной выставке – ответить на вопросы и достичь договоренности относительно сертификации согласно стандартам Объединенных Арабских Эмиратов и поставок российской продукции на территорию Эмиратов.